Харьковском университете состоялся долгожданный очный день открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители побывали в аудиториях юридического факультета, где развернулись выставочные стенды приемной комиссии и профориентации. Разумеется, больше всего вопросов посвящено именно приему этого года. Мы принимаем теперь при зачислении оригиналы документов, то есть все абитуриенты должны предоставить согласие на зачисление и оригинал аттестата. Также нашему вузу добавили бюджетных мест, то есть вы можете смело поступать и быть уверенными, что мы вас примем. После общего собрания с участием ректора и начальника управления по работе с абитуриентами самая волнительная и содержательная часть – встреча с представителями факультетов. Важно не только рассказать о направлениях подготовки, возможных треках и карьерных перспективах, но и заинтересовать ребят, приоткрыть для них завесу тайны вокруг студенческой жизни. Экономический факультет предоставляет все возможности и условия для воспитания и образования высококлассных специалистов, востребованных в не только региональной экономике, но и в целом Российской Федерации. Сегодня уникальные шансы есть по привлечению молодежи, и в том числе и кадровые резервы объявлены в регионе. Сегодня факультет имеет тесные связи с реальным сектором экономики, это и базовые кафедры, это и центр компетенции, позволяющие формировать уже буквально с первых курсов ориентированных на практическую подготовку специалистов. Общий день открытых дверей университета – одно из самых значимых мероприятий в общем ряду подготовки к приемной кампании, но не единственное. Надеемся, что многих посетителей мероприятия мы увидим в рядах студентов-демидовцев. Следите за обновлениями на сайте и в официальных группах ЯРГУ.